Села Кузоватовского района пора облагораживать, проводить газ, реставрировать храмы и заниматься ремонтом Чертановской школы. Губернатор Сергей Морозов обратил внимание на проблемное учебное заведение. Еще бы, протекшие потолки с отвалившейся побелкой слишком сильно бросаются в глаза. В прошлом году мы ее отремонтировали, но она потом опять вот прям вот резко и пошла. И вот, понимаете, строители же приезжали, смотрели, там ничего нет. Там вот даже над спортзалом, он же у нас, она же в несколько уровней, ну, как бы отдельно это все остальное. Там ничего, вот, где течет, там непонятно. Там, то есть надо уже специалистов. Спортзал, классы и столовая – все помещения в катастрофическом состоянии. О том, что будет в сезон осенних дождей, и подумать страшно. Режим чрезвычайной ситуации и срочный ремонт здания решения губернатора было незамедлительным. Мы выделим там из резервного фонда, так сказать, там 1,5–2 миллиона рублей, вы приведете все в соответствие. Реставрационные работы начнутся в ближайшие дни. Строители приступят к работе уже на этой неделе. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.